Где тренировка? World Class, олимпийский, сегодня по плану у нас. Что себе у вас, ребята, вы сегодня проснулись с какими мыслями в голове, Има? Диуретики мне. Диуретики это как художественной гимнастики и спортивной, наверное, больше. Штанги это не особо популярная тема. Сколько набрал уже? Сколько набрал? Пятнашку вешу сейчас. Пятнашку сейчас сушиться начнем. Вчера начал с пончиков. Не, сейчас чуть попозже. Смотри на него. Диуретики, например. Диуретики не относятся к тяжелой атлетике. Ее там не особо применяют. Почему? Упустил. Готовься на Олимпиаду. Зачем? Фермерскую проходку. Живот бивный, красава. Кисти болят, помоги советом. Блин, у самого болят. Вот уже не могу без этих делать, без напульсников. Ребят, напульсниками пользуйтесь. Кисти болят от недовосстановленности и от того, что техника плохая. Плюс нехватка витаминов там всяких. Ну, то есть уже есть проблема. Это долгая история. Вот я... Когда слышу, когда меня постоянно спрашивают про всякие болячки, блин, ну я же не доктор, ё-моё, что за вопросы? Смотри, это все про диуретики. Елена, расскажи им про диуретики, а? Ешанькин, ты где? Где Ешанькин со своими диуретиками? Надо ему сейчас позвонить, чтобы он подключился, рассказал про диуретики. Они же себя в воду выгоняют. В предвкушении тайских каникул, да, уже голова уже там. Все дела в этом году закончили. Вот. Завтра на телевидение пойду. С 8 до 9 утра на Матч ТВ прямой эфир. Будем рассказывать про тяжелую атлетику в программе, как она, все на матч, что ли? Вот, что-то меня там грузанули вопросами. Почему без Васи? Напишите ему, почему он не едет. Он сам отказался. По лифтингу бы хотел выступать у Сарычева. Нет, пауэрлифтингом не буду заниматься никогда. Когда будет Винер в США? Будет уже скоро. Да. Вот Григорьевна отвечает. Скоро, да, уже есть в Европе, но не весь ассортимент. И они же будут в США поставлять. В Европе уже есть эти ребята, сейчас немножечко по Европе акклиматизируются, так сказать, и потом на США поедут. Когда будут размеры футболок? А каких нету размеров футболок? Григорьевна? Тут некоторые американцы приезжали в гости. А, у нас Хугри забрал очень много. Он увез в Америку большое количество футболок. Поэтому, может, где-то будут эти проблемы. Да, теперь после Нового года только, потому что много забрали. Да, забрали прям вообще пипец. Запиши сегодня тренинг. Блин, я еще даже не знаю, что я делать буду. Я уже в форме, я к тайским каникулам готов. Я не знаю, зачем я туда еду вообще, блин. Почему не хочешь пауэрлифтингом заниматься? Ну, не знаю, должно же быть, первое, это в голове какое-то готовность, желание должно быть какое-то. Вот, а у меня вообще, у меня пауэрлифтинг не вставляет. Именно соревновательный пауэрлифтинг. Так как я спортсмен уже все-таки из соревновательного спорта, с большим соревновательным стажем, то для меня спорт это прежде всего соревнование. Они тебя и мотивируют, они тебя и заставляют думать и готовиться к какому-то, к дате. То есть, мне вот не хочется выступать по пауэрлифтингу, не знаю. Реальную качалку с коклями снимать будете? Но это вы у него спросите. Мы когда на равных делали, он сказал, что каждая ситуация должна созреть. Вот, готовим, я не знаю, готовим эту ситуацию. Она сама все получится, но качалка по-любому должна быть, я не знаю. Ну вот с Мишей общаемся, Миша говорит, готовимся к тайским каникулам. Сейчас все готовятся к тайским каникулам. Спасокукоцкий даже уже рывок-толчок начал тренировать. Вот. Кстати, ничего получается у Спасокукоцкого. Там те, кто языком чешут, что я завяжу, если Спасокукоцкий там порвет, потолкает, там около 50 килограмм, блин. Ну смотрите, а то придется завязать. Я вчера посмотрел видюшку, как Спасокукоцкий... рывок-толчок делает. Вот, так что будьте аккуратны, за языком следите. Мы же можем и порвать 50. Как и про Андрюха Скоромного, никто не думал, что он сможет хорошо поподнимать. А Андрюха-то ничего в Таиланде поподнимал.
Вот. Хочется очень мне в тайских каникулах в этих еще раз чемпионат по тяжелой атлетике устроить. Многие уже согласны, вот не знаю, надо остальных добить. А кого вы знаете лично с тайских? Из старых тайских? Из старых я лично знаю Ешанькина, Кокляева, Ешанькину и Ригерта. И все. Я остальных вообще не знаю. А, ну и девочка у нас будет операторша. Вот. Она тоже будет как бы как участница тайских каникул, поэтому вы тоже ее все увидите, узнаете. Расскажи про индустрию кроссфита в США и в России. В США 99% залов находится в гаражах, таких warehouse, у них склады называются. Вот, и туда люди, они все находятся в промзонах таких, в складских районах. Туда, то есть, на маршрутке никуда вот так вот не доедешь. Вот, туда люди все едут именно на машинах. Следующее, это само убранство этого зала. Все очень дешево, все очень так экономно. И я вот уверен, что у нас такой вариант не приживется. Вот, не приживется, во-первых, это из-за климатических условий, потому что у них не отапливается, у них там у многих даже кондиционеров нет, они просто открывают двери, окна там, что есть. Вот. А зимой просто холодно, они ставят там печки, обогреватели, но оно все равно не справляется. То есть в этой ситуации мне не нравится. Мне не нравится, как устроен кроссфит за границей. Но они не смогут, они не будут делать так, как сделано у нас. Да, у нас вот даже взять, например, тот же Гераклеон, там, Айдол, это все залы, похожие на фитнес-клуб. То есть мы ближе к фитнес-клубу, у нас менталитет немножко другой. У нас даже здание, у нас сама инфраструктура немножечко по-другому вся настроена. У нас не приживется то, что прижилось там. И, соответственно, у нас все это намного дороже. У нас намного дороже аренда вот таких помещений, капитальных строений, да, поэтому у нас столько кроссфит-залов не будет, сколько в той же Америке, да. Но, может быть, оно и не надо. Я вот за лучше вот такое развитие, как у нас. Более цивилизованное. Пристали там к тебе, к Хелене, ты не успеваешь читать? Чё, как? Ну, один парень какой-то там, да, прицепился. Вот Элин зарабатывает медали, а ты что делаешь? Вот Элин герой, а ты что? Расскажи про Элина, ты что, его не уважаешь? Вот кто-то очень там считает... Что Элина... про Элина? Про Элина с Элиным мы товарищи. Не скажу друзья, потому что мы все-таки встречаемся очень редко, но мы с ним нормальные товарищи. Он красавчик, вот, естественно, все вещи я рассказать не могу, вот, но я его уважаю. Для меня, знаете, для меня на самом деле не важно, вот сейчас уже, кто там чемпион, кто не чемпион, я уважаю любого человека, кто что-то делает для тяжелой атлетики, а так как благодаря Ильину огромное количество людей смотрят тяжелую атлетику, огромное количество пацанов, вот таких же, как вы, может быть, там, придете в тяжелую атлетику или хотя бы попробуете, что такое тяжелая атлетика, вот за это я их уважаю. А для меня 246 толчок, 230 толчок, люди, которые уже в профессиональном спорте, для них эти цифры уже значения не имеют, потому что мы знаем, как профессиональный спорт устроен, и для нас уже другое имеет значение. Кто понимает, о чем я, тот понимает, о чем я. Для меня, лично, для меня важно, что человек делает для этого вида спорта, а не то, что он делает для себя. Зарабатывает он все медали, платит ему там деньги больше, чем мне, или так далее. Вот. Я абсолютно удовлетворен своей спортивной карьерой. Слушай, ответь, что я не могу. Там ребят постоянно спрашивают, как купить в Европе, но пишут, что очень много зрителей. Я вообще даже не могу написать сайт, где это продается. Вот, где купить вина в Европе? Ребят, сайт в Европе... clockofd.eu, да, то есть или DE и EU, clockofd. Вот у нас сайт сейчас уже заработал в тестовом режиме, clockofd.com, вот, продолжает работать еще тот сайт, который был до этого, вот, но в Европе вот они сделали clockofd.eu и .de. Вот так как они все-таки в Германии находятся, базируются. И Матвей наконец сказал, что доставка в Украину, Европу не надо. А что у нас в Европу доставки нет? Есть, все через почту. Ребята, доставка
Украина, Белоруссия и другие такие близлежащие города через почту teamklokov@sobakamail.ru. Туда надо отправлять запрос, и уже в ручном режиме девочки-менеджеры отправляют. Просто отправьте на почту заявку вашу на teamklokov@sobakamail.ru, и все. Все отправляется. Просто нету именно автоматизированной системы этой. Доставка дорогая, тяжело платежную систему на это подключить. Все должно быть в ручном режиме. Вы сами выбираете способ доставки с менеджером. Планирует ли Клоков база Тим в других городах? Ну, блин, ребят, эффект Клоков база Тим, он в том, что там собралось большое количество профессиональных спортсменов. То есть Клоков база Тим это не здание, это не оборудование, это не какой-то фирменный стиль в стенах и так далее, как некоторые преподносят свои залы. Клоков база Тим – это такое необычное явление, которое вот собрались ребята из разных профессиональных видов спорта и это сделали. Это эмоции. Клоков база Тим – это эмоции. Это не здание. Не, ну вообще идея, конечно, есть, но должна собраться команда. Вот, должна собраться команда. Пока команды нет. Я не вижу команды на горизонте. Треню, посмотреть. Блин, ну знаете, как, когда штангу делаешь, то как-то понимаешь, все на одном месте находится, а здесь бегаешь по залу, как дурак, блин. Так, где у нас въезд? На Бахетле? Скоромные втайне едут. Сколько стоит абонемент в месяц? Ребят, опять-таки, есть люди, которые за это отвечают, и они ответят на все вопросы. На clockofdead.com есть ссылка на сайт базы Team, и там можно все это дело посмотреть и прочитать. Семинар в Владивостоке. Ну, приглашайте. Семинар же организовать надо. Вот, это же не просто так, надо же его организовать. Сейчас, друзья мои, я припаркуюсь. Еп. Про допинг расскажи. Не буду рассказывать. Считаю это неправильным рассказывать. Не надо вам это знать. Если вы про него уже знаете, значит, ничего хорошего не получится. Оп. Славик в форме. Ну да, недавно был этот же... Кроссфитовский онлайн... Подержи, наверное, шапку делал. Кроссфитовский онлайн какое-то там соревнование по штанге. Он же там выступал, что-то 160-170 порвал и 210 толкнул. Пойдем? Ну, я-то как бы дойдем. Сколько лет? Что сколько лет? Как отрастить бороду и мышцы. Перископ не отвлекает за рулем? Ну, может, немножко. Давайте скинемся на семинар в Казахстане. Да не надо, сейчас Илюха Илин закончит Олимпиаду. Очередную выиграет. И мы, я думаю, сделаем с ним что-то совместное. Все? Как обезболить кисти? Обезболить? Зачем вам обезболить кисти? Если вы обезболите кисти, это говорит о том, что вы пойдете дальше поднимать большие веса. Боль, она для того и сделано, придумано, так сказать, организмом, для того, чтобы сказать, что у вас что-то не в порядке. Надо их вылечить. А вылечить надо понять проблему. Чтобы понять проблему, надо к доктору идти. Снимки делать, рентген. То есть, может быть, у вас костная ткань повреждена, может быть, там связки, сухожилия. Вы разберитесь в проблеме сначала. А обезболить это самое легкое. Привет,
По каким критериям выбирали каждый из участников? В результате получил такая каша-маласа. Все, друзья мои, заходим мы в зал. Вот потом еще выйду на связь с Григорием, когда.